Долгожданный мост через реку Лимью будет построен уже в следующем году, а к 30-му году сделают дорогу на Удару. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Коми Эдуард Слабиков в эфире программы «Прямая линия». В этом году, по словам замминистра, был выделен рекордный объем финансирования на автомобильные дороги Республики Коми, как на республиканские, так и на местные сети. Приоритетом была безопасность школьных маршрутов. На ремонт таких дорог муниципалитеты Коми впервые получили 860 миллионов рублей из бюджета. Эдуард Слабиков также обозначил планы ведомства на ближайшие годы. Если дорожная программа Коми будет принята федерацией, это станет серьезным подспорьем для дорожников и для граждан. Программа Республики Коми разработана до 2027 года. Она разработана совместно с федеральным центром с Росавтодором. Сейчас проходит заслушивание в Росавтодоре. Я думаю, что после окончательного приема можно будет уже конкретно говорить о сроках выполнения тех или иных работ на опорной сети автомобильных дорог. Хочу просто, как сказать, анонсировать, что федеральное софинансирование данной программы равняется 29 миллиардам. Уже завтра, 28 сентября, пройдет прямая линия с Андреем Майером, исполняющим обязанности председателя Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений. Начало в 8 вечера. Вопросы собирает Центр управления регионом и общественная приемная главы Коми. Также задать их можно будет в прямом эфире.